Приветствую тебя, комрад. Отец, мне нужно кое-что тебе сказать. Мне не важны детали. Мне главное, чтобы ты не забыл о его семье. Месть должна быть полной. А теперь свадьба моей дочери. Слезы моих бывших жен дарю тебе, моя красота. Пусть они чаруют тебя и радуют каждый день. Праздник за новую пару семьи. Откуда же у тебя столько свободного времени? Из чего же ты сделал мой охранник, Джерард Батлер? Из бурбона. Ошибок молодости. Господин министр, сэр-президент. Эх, моя любимая штука. Уходить в отставку или не надо? Вдруг что произойдет чрезвычайное? Прерываем нашу программу ради экстренного выпуска новостей. И с вами Лев Тимошенко. Я только что получаю сведения о том, что да, это так и есть. Премьер-министр Англии погиб вследствие случайного случая остановки сердца в взорванной машине во время перестрелки. Вся Европа и весь мир скорбит вместе с вами. Все. Господин президент. Здравствуйте, госсекретарь. Что вы посоветуете по этому делу? Я советую вам не ехать туда, это слишком опасно для вас. Но умер премьер-министр Англии. Я обязан поехать. А что говорит директор безопасности? Я все обеспечен, а... Ок. Я же Джерард Батлер. Я Гранд-Вай. Wings of freedom there. Soaring up above so high, and dancing in the air. And somehow we become a part of your story and your fame. That fateful day that broke our hearts, the way you found your name. Я вовремя? Надеюсь, не слишком вовремя. Эх, как же ты не любишь Лондон, а я похороны. Что же случилось с тем маленьким и сладким Джерардом Батлером? После того случая я изменился навсегда.
Сынок, мы сейчас будем кушать кашу. Но я не хочу кашу. Нет, именно кашу. Именно после того случая я никогда не стану прежним. Машину! Стой! Какая наша ситуация? Дерьмо! Как вечер провел? Да я завязал вчера концентрат овечи и провежь газель, так что все хорошо. Дерьмо. Главное, не произошло ЧП. Погибло 6 миров игр. 20 агентов политическим. Дерьмо! Какой агент вместе с президентом? Я не уверен. Джерард Батлер? Вот дерьмо! Но... ну как так? Я не могу просто брать и убивать людей. Я должен дать им шанс на искупление, на демократию, на суд! Я не могу так. Когда шахиды пытаются взорвать твою семью, твой дом, что, есть время демократии? За свободу и демократию! Алло, комрад! Как там по захвату американского президента? Тут он не особо разговорчивый. Кто это? Джерард Батлер. Агент защиты президента к вашему услугам. Я слышал о тебе! Лучше тебе выйдет американского президента, иначе будет хуже. Мы снимем его смерть на YouTube, и все увидят, как изменился мир в один миг. За мир и свободу. Я против того, чтобы террористы планили мир и насилие. Терроризм ежедневно в год забирает большое, огромное количество жизней. Он подрывает экономику и веру людей в добро. Так что мы должны собраться и спасти нашего президента. Бьется! Звонок от Гаркави. Господи Иисусе. Вы убили мою дочь во время свадьбы своими беспилотниками. И я изменю ваш мир, убив вашего президента в прямом эфире. На YouTube. Никогда! Америка будет жить! Все будет прекрасно! Эй, Шерри!
Но вы же еще внутри! Все равно взрывай! Алло, алло, Горкави, посмотри в окно. План не удался. Но в этом нет ничего страшного. О, дерьмо. Вот поэтому я ненавижу похороны.